бросай, бросай. О, встали, да? Нормально. Нормально. Вот сейчас пробуем здесь. Чего? Конечно. О, блядь. Чебак там сыграл. Я не понял сначала, что мелькнуло потом. Чебак такой большой. Конечно. О! Так а ты завтра во сколько похуяришь? Хули? Если сегодня мы поставим ее, завтра ты за мной заезжаешь, берем лодку, я здесь спускаюсь, ты хуяришь за ним. Я пока туда-сюда сгоняю, проверю. На спиннинг успею порыбачить. Ты обратно едешь, заезжаешь, все. Как у меня же мегафон, связь там есть, как там буду заранее тебе, ну, чтобы ты готовый был. Хуяк, хуяк, все. Да я уже примерно буду знать, через сколько ты будешь. Да нет, я тебе позвоню, можно будет. Вечером сразу позвонимся и все. Главное то, что видишь, блядь, вообще поеду ли я туда. Ну. Видишь, что прикол. Ёбаный, а? Что это проститутка? Должна где-то быть. Зацепил? Да. Сильно? Да. Не видит. Надо якорь поднимать. Еще надо замотаться. Так. Ах ты, якорь, я горю. Да я не вытаскиваю. Сильно нет. Что, комаров дохуя на воде? Так, не говори. Где-то там на дне ебаный. А что это они такой чуть? А, водой я об этом. Че? Да вес его. Че с ними? Ну как кольца на них это. Ну, вода. Сука. Здесь может быть щука в этой. Здесь так и останется. Носик туда прям. Наматывай. Так, сейчас носик, смотри, где там что. Да ты до носиком, да мотай до туда. Да? Конечно. Мотай. До самой насадки мотай. Вот она, получается.
цепи? Нет, вот она. Все? Вот он, да. Ну вот, видишь. Прикольно. Фига ты. Охренеть, прикинь. Че? Вот столько вот глубина. Сейчас сюда хочу забабахать. Зацеп. 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 Картина. А? Картина. Чуть-чуть якорь приподними и все. Полметра. Поднялся? Хуя ты не поднял его? Ну как нет, я его вижу, но вот. Чё? Ага. Значит, там чем-то зацепились мы. Блять, мотор. Нет, нет. Или мотор в палку уперся. Греби, греби. Сюда бабахну. Сюда вот так. Еще... Ты зря так нахуй это щелкаешь. Да? Конечно, громко. Рыба-то пугает. Это что, якорь, что? Я поднял его полностью. Ну будем кидать здесь сейчас. Да я думаю, блядь, закинь его, блядь. Куда-нибудь, блядь. В обратных. Не, бесполезно сюда брать. Сейчас пока не надо. Обтеки, чтоб обтекся якорь. Да? Прям без воды уже. А, он там в воде. Ну вот надо, чтоб он обтекся. Да тут маленечко нас сильно ветра-то и нет, и не несет. Короче, это я помню. Сейчас мы проплывем туда за поворот. Посмотрим, что там. А что там у нас палка какая-то под днищем? Что, все, положил якорь? Нет. Ага, убери палку под дна. Ага. Одна палочка осталась. Батареечка. Угу. Блин, хрен нормально дернешь. Камера мешает. Мелкие кустики такие. Якорь, якорь, готовь. Ну, можно и без якоря. А? Ну-ка, убери-ка спиннинг.
Кого? Я говорю, мы столько не понакидаем, как нас, блядь, и несет. Вот там вот, да-да-да-да-да, и вот там что-то может быть. Ну что ты делаешь, да? Такая дура. Да, ну. Я говорю это. Непредсказуемо. Ну да, конечно. В такой тихой воде она должна быть. Щука. Блять, чебака что ли задел? Или чурогайка маленькая дёркнула? В конце что-то я не понял. Веточку можно поносить. А? Веточку можно поносить. Да хер его знает, под водой что там, тут кустов нет, прям возле лодки недалеко. Тоже бобрик грыз. Сталинка вот стоит, пень. Только ты капканы не отстреливаешь. Отстреливать? Прям в воду можно убрать, да? Конечно. Че? Да вот здесь вообще без лодки никто не кидает. Тут вообще классно. Почему? Я постоянно вверх смотрю. Ну-ка дай-ка я вот сюда сейчас побахну. Погружение до полуметра можно сделать. Проплывем. Ну. Что-то уже найти вот где вот она. Стоит она, да? Да, она и здесь подольше покидать просто. Да, он туда.
окно. Да, вот надо было тебе. Ветер, жоркость нет. А вон там, где солнце, видишь, по воде идет. Вот там выход, там мартыш. Дать тонуть и посильнее. Со дна попробовалось половить. Еще не утонуло. Зацеп может будет какой. Долго тонет, блин. Прикинь, еще не утонуло. Обалдеть. Не утонуло. О, утонуло. Секунд через 15 только, прикинь. Да она еще и плоская, понимаешь? Она сопротивление тогда. Вот это меньше, не хочу, кажется. Может быть. Попробуем. Туда вот. Не, ну вот так по кругу пойдем. Да? Конечно. Хули нам туда через. Вот ну, попробуй, что? Сейчас. Поближе к кустам, что видишь, у меня. Для вот это нахуй. Пиздили меня. Сейчас я еще хочу здесь глуп. Уебать. Здесь-то в принципе коряк не должно быть, наверное. Вот сейчас смотри, как она выходит. Вот смотри. 2 секунды. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25.
Прикинь, 25 секунд, и она на дно упала. Ну, может, метров 10 глубина есть, тут же затон. Тут рэп, тут выкопано все. Вот в такой глубине сейчас может щука стоять. Без якоря, блин, на месте просто стоит. Да? Ну. А глубина сейчас вот проверим. Прям тут. Крикаш полетел. Вот. Это этот. Крикаш. Лежит это. Крикаш. Да? Вот отсюда ты его вообще снял, да? Ну хер его знает, вон и самка полетела. Смотри, какая глубина. Довольно-таки быстро они. Видишь, мы отплываем. Так, и глубина у нас. Сейчас посмотрим, какая. Грубо говоря, по метру. Вот, смотри, метр. Метр шесть. Вот второй метр. Третий метр. Четвертый, пятый. Ну, 5 метров. Ну, может, и 6. 5-6 метров. Сейчас попробую на отвесы так поиграть. Крика, блин. Ну да. Дикая утка вкусная, ага. Ну. Ну, отличается же от домашней. Запахом? Запах? Ну, дичи. Вкус, да? Ну? Ну, вот как рыба, как ты говоришь, речная рыба, там хуибы, тиной пахнет. У каждого... А утки чем? Ну, бывает, некоторые рыбой пахнут, некоторые тиной тоже там. Ну, всякие у них запахи есть, разные. А на зиму они это съёмывают, да, тут? Ну? Стаю, с этого не улетают. И так же прилетают? Да. А улетают в каком месяце не прилетают? Когда? Могут в ноябре улететь. Прилетают в начале апреля. Ну а куда они все интересно, знаешь, это? Маячок бы ей посадить бы на лапку. Кто-то улетает в Арабские Эмираты. Кто-то в Нидерланды, в это, в ту сторону, в Норвегию, кто-то в Китай, кто-то в Канаду улетает. Вот широконоска, это канадская утка. Она с Канады прилетает. Ну а что они там не остаются? Да там же тоже времена года меняются. Они вот так кочевные. Ну? А, но потом они эти же возвращаются сюда или уже нет? Стараются, да, вернуться. Маячок бы ей, ага, вот так вот, да? Ну. Во, блядь. Ну там какой-то чебак или кто вот. Ну, ну. Чебак, чебак. Там тоже вон чебак сейчас сыграл. Чё там было время? А я не знаю. Посмотри, время чё. Без 28. Нормально. Маленький, да? На этом. Вот не видно было. А?
Нихуя тут трава. А что за трава? Или я сюда принесло, или что? А мы здесь, наверное, не выйдем по чистоте, ага? Или выйдем? Грязно, да? О, как. А? Камушки. Давай камушка. Ага, на бок старик. Да ты там, ну сел. Давай сюда ближе. У нас морда упирается. Тихо, может мы мотор маленько упираемся? Точно. У нас мотор, цепляешь? Дави. Оттолкнешься? Ага. Давай. Отталкивайся, ага. А там, наверное, камушки-то и не твердые нихуя. А что ты сразу веревку приготовь? На гнуть надо. Да? А, ну да. Стоп. Давай, вылазь. Вставай на камень. Подтяни. Подтяни туда ее. Чтоб она все равно не уплыла бы, блядь. Ну да, в принципе так-то да. Нихуя тут не надо. А она сухая. А здесь, наверное, может переправа была раньше, нет? Здрасте. На удочку? Нет, на дом. Угу. А, что-то нынче вообще в прошлом году в это время, блядь, стеба вчера, блядь, и на удочку, и везде. А нынче вообще непонятный год какой-то. Угу. Сидите давно уже? Наверное, 6 тысяч. Ну да. Сейчас, наверное, это, спустим, до дома, наверное, попадем. Ну там еще покидаем. Ну, вы что, со спинем, блин? Ну, а что, на спине? Чего, гайка одна? Одна, там вон, в затоне берет. Я тоже хотел здесь наступить на одну. А там что за трава такая? Или ее прибило сюда, или она росла здесь? Нет, наросла, наверное. Ну-ка, оно же, ну, опускать-то и... Нет, ну тут трава-то водяная какая-то. Может, принесло? Тут обычно. Я такой травы на Иртыше-то и не видел. Или это тальник такой там? Может, тальник вырастает. Тут обычно все. На либо ловить обычно. Ну где-то вот там вот, да. На либо. Оно опускается. Че, а Самсонова, ага? Самсонова? Да. Там что, карась нигде не ловится? А где там ловится? У нас речка, а что ты где? Дабу промыло, но никто не... Клёт. На удочку. Удочка. Раз, дернул. Ловится. Алло, чё? А, одну щучку поймал. Ну, вы чё? Полную наловил. Ну, молодец. Ну, молодец. Ну, не знаю, может, часок ещё. Одного леща. Ага, ну ладно, давай. Ага, давай. Одного леща, говорю, как в тот раз такого. Ну буду сидеть, пока второго не поймаю. Сегодня должен два поймать. 5 минут 9. Ну давай тогда в сторону дома. Ну, там еще попробуем в заливе. Помогли там, матери? Помогли, Аленке? Ну. Аленке помогли, говорю. Да. Ладно, счастливо. Давай, давай.
такие вот ребята дела. Угу. Так, стоп, я сейчас первый зазвучу. Я сюда. Заскочу, чтобы это... Грязь ебаная. А глина тут ебучая. Сухие, бля, вообще вот смотри, сухие. Ну. Мне даже и не открывать это. Смотри. Оба. Ну. Смотри, здесь. Угу. Все, отталкивайся сейчас. Ты потом весла держи руками. Давай. А вы на озере не были там? На озере, говорю, не были? На каком? На Тихос. Не. Нет. Не добрались еще. Якорь, якорь, якорь. Да нахуя? Тормознуть хочешь или что? Так-то получается. От тебя? Да? Так нам можно сейчас возле берега проплыть, и вон там вдоль травы хуярить. Что я говорю? А? Вдоль берега проплыть, и вдоль травы.
эту баню, ебаную, топить, блядь, надо. Да ебать, хули, я там полчаса. Нет, ну, мама-то рано. Так-то, конечно. О! Да это я. Так-то, как, конечно, блядь. Да на РТШ она не идет сейчас нихуя. Так, что давай вон туда. Давай? Туда надо как-то выиграть. Ситова, когда она идет, она вообще классно идет. Бля. Трава ебучая. Да, трава зацеп. Прям видал, сколько выдрал прям в траву. Маленько лишка кидану. Сейчас туда же еще так чпоньк. Хоп. Опять зацепляй. Траву дерану. Пока с ручки я соку уберу. Глубинку дал, мне крутнул, цепанул. Вылетаем нашу последнюю удачу. Угу. Воблером, блядь, высоким. Японский хуевой. Угу. А, блядь, меня... Здесь должно это тухнуть нафиг. Лик остался. На веслах. Веслами маленько, сюда маленько, потихонечку греби. Да, переходи. Давай. Переходи. Хоп. Сейчас, подожди, только не греби, сейчас я здесь прокидаю несколько раз. А? Пока не кидай, сейчас я прокидаю здесь. Чтоб не зазря проплывать здесь. Сейчас, подожди пока. Где-то должна быть здесь, вот там возле трубы, блядь, малька вся собранная, нахуй, там мальки столько, блядь, кишило. Тысяча, нахуй, крупный. И щука должна тут тусоваться возле этой трубы. Ой, да, вон сыграл Руслан. Видел? Давай туда. Да.
Так, ну стой, сейчас подожди. Сейчас я тут обловлю участочек. Может, какая чурогайка стоит здесь? Сейчас, стой, подожди, вот здесь, стой, Руслан, стой. Подожди. Видал, сколько было? Мальки сколько было? Ну, а хули. Вот, ошла, блядь. Ну, а? Не-не-не, надо было вот сюда. Да? Ну-ну-ну, вот сюда надо было. Ладно. Нам надо на траву, чтобы дно не марать. Вот сюда, вот сюда. Только сильно веслами не булькай. Сейчас вот сюда, еще ближе к берегу. Поплыли туда. Ну что, ребятки, завершили сегодняшний сезон. День. Да. День, а не сезон. Сегодняшний сезон. А-а-а. Открытый на щуку. О, у нас там рыбаки есть еще. А кто там? А, это, наверное, вот на джипике подъехали. Сказать нечего. Да, нечего. Ладно, друзья. Всем пока, с вами был Fisherman Hunter. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ставки делайте. И ставки делайте, ага. Да шутка. На спорт. Шутка. Приехали мы вот на таком агрегате. Чего вам под капотом показывать не будем. Номера тоже. Да.